Местное самоуправление в нашем муниципалитете демонстрирует несомненные успехи как в экономическом развитии, так и в благоустройстве городского и сельских поселений. И все это стало возможным во многом благодаря поддержке местных инициатив на краевом уровне. Об этом и многом другом шла речь на семинаре-совещании с участием председателей комитетов Законодательного собрания Кубани. Семинар-совещание состоялся по инициативе депутата Законодательного собрания Виктора Чернявского. Председатель комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития Сергей Жиленко вместе с представителями районных и городских властей побывал в Северном парке, который после реконструкции в рамках национального проекта стал центром притяжения для горожан и гостей города. У нас детские площадки, все озеленено, много детских площадок, у нас очень много людей здесь. Вот эта большая площадь, раньше у нас здесь проходили фестивали. Ага. Сейчас у нас проходят мероприятия как молодежи, так и старшего поколения. Только тренажерных у нас комплексов и спортивные большие площадки. Парк очень востребован. Сергей Жиленко рассказал славянцам о реализации федерального проекта «Муниципальная практика», а также инициативное бюджетирование. Призвал использовать все возможности. Славянцы поблагодарили его за содействие в развитии города. На наши просьбы отзывайтесь. Большое вам спасибо. И тротуары, и дороги. Ну, вам спасибо за то, что вы населением. Все равно доводить же до населения то, что есть. Уже много на сегодня людей, которые, может, даже и не знают. Не то, что они не информированы, просто иногда надо им просто рассказывать более доступно. Также были осмотрены парк, где в рамках всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования построена велосипедная дорожка, храмы, памятники в прибрежном сельском поселении. Уровень благоустройства был положительно оценен председателем комитета ЗСК. После проведенного осмотра начался семинар-совещание по вопросам местного самоуправления, куда были приглашены главы городского и сельских поселений района. Депутат Законодательного собрания Кубани Виктор Чернявский представил Сергея Жиленко участникам мероприятия. Сегодня мы с ним с утра по городу немножко по поселениям проехали, рассказать свои впечатления, и поэтому никакие вопросы неразрешенные после нашей встречи не должны остаться. Человек-практик, человек, который сегодня возглавляет ведущий комитет Законодательного собрания края, потому что с местного самоуправления начинается жизнь на земле. Сергей Жиленко отметил, что в Славянске, на Кубани, в сельских поселениях умеют хорошо работать и стремятся войти в число лучших муниципальных образований Краснодарского края. И все это благодаря активному участию местного самоуправления во всех начинаниях. Мы за эти 3 года сделали столько, насколько не сделали до этого на 10 лет раньше. А задача ставится еще больше сделать. Поэтому, а для того, чтобы эти задачи выполнять нам всем, надо нам пройти в эти национальные проекты, программы. Это из строительства школы, дорог, как уже сегодня коллега наш рассказывал, тут, Владимир Вячеславович. Это и благоустройство. Это и современное развитие территории. Ну, поэтому местное самоуправление будет впереди планеты всей, потому что вы будете инициатором. В ходе семинара прозвучало множество вопросов по местному самоуправлению, на которые выступающий дал подробные ответы. Председатель комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель побывал в микрорайоне Южном на железнодорожном переезде в Кубриз, а также в Петровском сельском поселении на незавершенном строительстве водозабора. Были осмотрены очистные сооружения. В Черноярковском поселении посетили парк, благоустройство которого проходит по программе формирования комфортной городской среды. В ходе семинара-совещания Владимир Чепель рассказал о развитии топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства. В центре внимания сейчас газификация. Сколько домов надо к нему подключить, но и по тем остальным улицам, по которым еще не прошел газопровод, и сколько населения надо будет тоже к ним подключать. Но не надо забывать, наверное, социальную часть, это школы, больницы, поликлиники, развитие переработки промышленности, которая у вас там запланирована с учетом, там, условно, до 30-го года. Если мы эти вещи с вами не учтем, но, естественно, в усеченном виде мы получим и развитие этой газотранспортной системы. Вот что касается энергетики, вы знаете, на сегодняшний день
У нас в прошлом году мы выпустили постановление о надежном качественном электроснабжении. Он также ответил на вопросы представителей поселений Славянского района о строительстве и ремонте дорог и тротуаров, ремонте мостов, о перспективах развития общественного транспорта. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа «События».